3 апреля звезда моей прекрасной няни Анастасия Заворотнюк отмечает 50-летие. К сожалению, последние годы актриса тяжело болеет. Информация о состоянии ее здоровья появляется крайне редко и всегда противоречивая. В начале года дочь актрисы сообщила, что ее мама по-прежнему очень тяжело болеет, но они продолжают лечение и верят в лучшее. Тем не менее, в преддверии своего юбилея Анастасия Заворотнюк все-таки вышла на связь с журналистами НТВ, которые утверждают, что артистка лично заявила, что сейчас у нее все хорошо со здоровьем. Более того, она пообещала дать в следующем году интервью, в котором поведает о творческих планах. Напомню, тяжелую болезнь Анастасии Заворотнюк ее родственники подтвердили в 2019 году, не вдаваясь в подробности. Официальный диагноз актрисы сообщил в прошлом году академик Александр Макаров, который рассказал, что у актрисы глиобластома. На сегодня известно, что Анастасию прооперировали, и она прошла несколько курсов химиотерапии и реабилитацию. Анастасия пыталась лечить онкологию за границей, но в итоге семья решила, что в России ей будет лучше. Муж актрисы, известный фигурист Петр Чернышов, старается сделать все возможное, лишь бы его любимая женщина выздоровела. Он регулярно участвует в ледовых шоу, чтобы заработать деньги на лечение супруги. По некоторым данным, в последнее время Заворотнюк находится дома в подмосковном поселке и чувствует себя гораздо лучше. Она выходит во двор своего загородного дома и даже совершает прогулки. И в заключение остается только поздравить Анастасию с юбилеем и пожелать здоровья. А вам спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч!